уже ночь. Так, сейчас еще раз посмотрю на карту. У нас задание уничтожить диких гулей, но я пока не хочу им заниматься. Мы возьмем штурм форта. Так, и давайте посмотрим, куда нам лучше пойти. То есть нам сейчас налево и потом по шоссе. Ну или под ним. Так, налево, сюда, значит, да? Правильно? Да, все, все верно. О боже, блин, я думал это человек. О, рейдер. Не ожидал, да? He was just here. You saw him, right? Да, не удалось мне его увидеть. Тут еще и где-то супермутанты. Ха. А ну-ка, гвоздь забрать. Я не могу, что ли? Нет, что-то не получается. Так. Тут, значит, у нас рейдеры тусуются, да? И все. Прощай, молодость. Блин, чё, они все здесь, что ли? Ага. Грёбаная текстура. Один выстрел, один труп. Ого. Неплохо. Недурно. Жалко, их забрать нельзя, да? Так, а нам в эту сторону теперь? Я уже заблудился. Нет, нам бы, конечно, пройти вот туда. Сейчас попробуем это сделать. Вы знаете, главное, чтобы нам не попался... Что? Синты? Ну давай же, открывайся. Не попался нам этот дикий гуль, который... Не гуль, а супермутан, который взрывается. Интересно тут. Это жопа происходит. Я так полагаю, нам сюда, да? Ну да, здесь даже можно пройти. О, по-моему, вот это самая, та самая дорога, да? По которой нам и следует продолжать свой путь. Даже я бы сказал, что не совсем та. Но это, в принципе, не важно. Так, интересно, этот как? Дружелюбный, нет? Protect and serve. Защищать и служить. Так, домашние роботы Хестера. Тоже какой-то мистер. Ох ты! Твою мать! Крита! Yeah. Надеюсь, он один здесь. Жесть, вот просто жесть. Этот, что? Что-то я не понял, этот предмет слишком тяжелый и все, да? Ну ладно. Слушайте, а может зайдем сюда, в роботы Хестера, заглянем, что здесь? Опять эти чертовы. Расскажи подробнее. Роботы Хестера, больше вам не придется ломать голову над тем, кого, какого робота покупать. И все, развалился, да? Ха. Тут чё? Гарантии безопасности Хестера можно доверять. Да. Так и знал, что будет какая-то подстава. Ха, Ник, я тебя спас. Я тебя реально спас, Ник. Так, тут чё у нас? Продукт Хестера, будь то робот для дома или для работы в саду, непременно полюбится всем людям.
Да-да, полюбили. И чё, нам всех вот так вот? Роботы Хестера отличаются качеством, безопасностью и долговечностью. Развалить. Нет. Не, класс. Гвоздомет просто вещь, блин. Классная вещичка. Так, давайте посмотрим, нет ли здесь, знаете, что, журнальчиков. А, не знаю, Ник, я не успел понять, что ты там хочешь от меня. Ножницы, изолента какая-то. О, тайник с крышками. Ну, не так, чтобы много. А, слушайте, нам же ж камеру надо найти. Интересно. Как назло, да, они попадались нам кучу прям всяких. Было. Тихо. Мартышечка, не надо. Она начинает шуметь и, ну, собственно, тут поднимается буча всякая, вылазят все твари какие-то. Тут вот камера. Отлично. Замечательно. Камера у нас есть. Так, что здесь? Какое-то место такое. Вызывает у меня какие-то двойственные ощущения, как будто здесь может быть еще что-то слишком опасное. Ну, сейчас посмотрим. Может, я не прав? Блин, Ник. Ты хоть когда открываешь, заходи. А то я тут на измене бегаю. Так, это куда? Дверь? So, this is what two centuries without a good dusting looks like. Пойдемте-ка отсюда. Что-то мне не хочется без брони с этим роботом сталкиваться. Ну вот вообще не хочется. Я не думаю, что мы без брони с ним справимся. Да, мы заглянем туда, но попозже, когда у нас будет что-нибудь. Точнее, не что-нибудь, а именно силовая броня. Так. Я, по-моему, вообще куда-то не туда... А, нет, в принципе, туда двигаюсь. Надо посмотреть это... Так, где у нас приближение побольше? Вот здесь, по-моему. Осмотреть местность. Вон гули ходят, шастают, да. Это вот как раз тот самый завод, на который нам с вами необходимо попасть. Ну, это по заданию института, то есть тут... Можно сейчас выполнить, можно потом. А еще, вы знаете, есть такая идея, если у нас с собой есть защитный костюм. Да, он у нас есть. Мы просто сейчас прыгнем и пойдем вперед. Вот так вот нам идти надо. Ох, я думал ноги оставлю там. Вот, отлично. Просто, что нам мучиться? Собственно... Можно вообще оплыть. Поплаваем. А почему бы нет? А если получится, заберемся на вот этот вот кораблик. Наверное, на него просто так подняться нельзя, но... Я не знаю, может отсюда где-нибудь. Или наоборот, с другой стороны. Но неважно. Если есть тут лесенка, мы заберемся. Если нет, то... Уже в следующий раз, когда будем с вами штурмовать завод. Не, ну в принципе там можно подняться. Кстати, да, я еще вспомнил, надо же нам сходить с вами в место, где корабль там какой-то лежит. Мы когда по братству стали, проходили с вами, летели на винтокрыле, видели какой-то корабль, который... Среди города просто старинный лежит. В общем, мы туда с вами как-нибудь сходим. Интересно посмотреть, что там. Так. Ну, просто посмотрите, как быстро мы по воде перемещаемся. Я не мог упустить такую возможность. Так, где у нас Престон? А Престон как раз где-то здесь. Осталось только... Найти место, где мы можем выбраться. Ну, видимо, вот здесь вот пристань.
И с нее нам следует забираться на сушу. Да, 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 да. Тут даже не пристань, тут вот пристань и лодка. Так, давай же. Ну. О, сработало. Что не хотел вылазить ни в какую. Так, одеваем наше... не шляпу, а фетровую. Очки в оправе и за... Господи, броня серебряного плаща, да. Супер. А что у нас тут было? А, пистолет какой-то гладкоствольный. Да хрен с ним. Поставим что-нибудь помощнее. Так, Престон где-то здесь должен быть. Наверное, вот... Да, вот тут они и разместились. Сейчас узнаем, что он хочет. Excuse me. Everyone's here, General. Все бойцы на месте, генерал. Вот он. Смотрится внушительно, правда? До войны здесь был Форт Индепенденс, но Минитмены всегда называли его своим домом. Теперь ты понимаешь, почему я так хотел его вернуть? Напомню, зачем он нам нужен. Самое главное, это радиовышка. Но если мы приложим еще немного усилий, то сможем превратить это место в хорошо укрепленный форт. Maybe. Немного, но стены нужно будет подлатать. Согласен, он не в лучшем состоянии, но Минутменов трудности не пугают. Мы приведем его в нормальный вид. Наша первоочередная задача — зачистить двор, там будет сложнее всего. С этой стороны стены повреждена сильнее всего, но можем зайти и с юга. Чего мы ждем? Погнали туда, передаем этих хлопцеров. Нет, если мы разделимся, то сможем взять их в клещи. Они даже не поймут, что происходит. А пусть они сами нас атакуют. Мы устроим здесь засаду и выманим их. Ну что, генерал, меняем план? Засаду и выманить? Так, давайте подумаем. Ударим с двух сторон. А что, давайте. Ударим по ним с двух сторон. Поджарим этих крабов. Мы разделимся, а ты можешь присоединиться к любому из отрядов. Ладно, ребята, вы слышали генерала. Выдвигаемся. Постарайся не привлекать себе внимания, пока мы не выйдем на позиции. Ну, как говорится... О! Можно и напиться. Блин, мины тут. Круто. Класс. Класс, класс, класс. Нам немножко подкинули... всякого оружия. Что ж, давайте проведем небольшую инвентаризацию. Гатлинг лазер. Отлично. Вот, у нас почему-то не стоит неземной бластер. Бутылка с молотовым. Так, что по минам? Мины надо выставить. Осколочная граната. А, пардон, убрал я ее. Так, поставим теперь мину. И все, да? Берем, наверное, лазер, бластер этих чужих. Ну и идем отсюда. Не волнуйтесь, генерал, мы болотников не боимся. А, так значит, болотники здесь нас будут ждать. Слушайте, а здесь действительно будет неплохо. Зачистить двор. Ох. 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 Вот так. Еще одну. Ник, бери гатлинг. О, молодец. Он как слышал, да? Давай. Тварь. Оу, е. Что там происходит? Яйца? А, да, слушайте. Нам необходимо уничтожить... Кладки этих чертовых болотников. Может так? Думал, быстрее будет. Ни шиша, не быстрее. Ну и что здесь осталось-то? Почему это не... А. Да, Ник, черт побери. Я не понял, вот нам вот так вот придется каждое яйцо... О боже, что за креветка?
А давайте, наверное, с этого постреляем, с обычного. У нас просто патронов от него немерено. Так, ага. Ватс использовать мы не можем. А может быть дробаш? Ну, дробаш это все-таки дробашек, да? Ну, как бы неплохо, неплохо. А чё они ждут, я не пойму. Всё? Или ещё где-то есть? Щег... А, да, вот, смотрите, ещё наверху. Креветки, блин, сраные. А, блин. Ник просто жесть по этой мелкой жарит с гатлинга. Как тебе не стыдно, Никита? Никита Валентинович. А чё, с дробаша вроде так неплохо, да? А ещё лучше бы, наверное, было использовать, знаете что, коктейль Молотова. Вот это было бы вообще великолепно. Давай. Так, вот еще вижу кладку. Все, нет. Одно сопрем. Как говорится, пригодится. Слушайте, видел на загрузке такую пушку, называется залп. Короче, ну там такая довольно забавная надпись была, типа... Вы думаете, весело ли гулять по Содружеству и стрелять в людей из корабельного оружия? Да, весело. В этом вам поможет залп. Так, в голову. Ну нет, он еще и мутировал. А, отвали, подонок. Блин, я упал. Придется подниматься. Ни хрена он меня снял. Надо в голову им. Или в брюхо. Лучше, конечно, в голову. Вот так. Что это? Мутанто-истребительная броня синтов для правой руки. Откуда она в нем? Или у него? О-о-о-оу! О-о-оу! Это чё за покемон? Что, матка болотника? Блин, промазал. Чё за жесть вообще? О боже. Ну. Ракета долго летит. Ай-яй-яй-яй-яй, вот это было мимо просто. Ну! Давай последнюю. Все, патронов нет. Но мы ее завалили. А, красота. Нормально. Мы уничтожаем всех болотников и детенышей. Же по нему тяжело попасть. Боже, какая она огромная была. А вы знаете, нам чертовски повезло просто. Ник! Ник! Хватит! Нам чертовски повезло, что она с той стороны находилась. Прям вот очень. Ладно, молодцы, ребята, но это еще не все. Мы с генералом пойдем взглянем на радиопередатчик, надо знать, цел ли он. А вы пока уничтожите оставшихся болотников и их яйца. Окей, сейчас я только здесь заберу все. Так, что здесь? Ну, я здесь.
Ой, журнальчик. Даже не верится, что нам удалось завалить их. Но все могло быть и хуже. Попробуй его починить. А я пойду посмотрю, может тут есть что-нибудь ценное. Пистолеты и пули. Огнестрельное оружие наносит на 5% больше критического урона. Минутмен. А, так, Ник. Сейчас, вы знаете, просто надо скинуть камеру. Камеру. Потому что если мы сейчас будем строить, она может разобраться. А мы Нику ее сейчас дадим. Heads up. Get that. А потом заберем. Отлично. Так. Once I power this up, we'll be ready to если подать ток, то можно начинать трансляцию. Подать ток, говоришь? Так, подать ток. Значит, надо нам ставить здесь генератор. А у нас хватит ли, ну, и, скажем так, хлама всякого? Питание, генераторы. Да, у нас хватает, к счастью, всего. Да давайте его здесь рядышком и разместим. Так, куда? Я не понимаю, почему? О боже. Короче, мы не можем так размещать его. Нам надо разместить так, чтобы прямая вот доступность к проводам была. А. Может, надо вот здесь было его соединить? Вот с этой штукой. Не зря же у нас тут. Ну ладно, соединили и ладышки. Так, что дальше? Активировать, да? Once I power this up, we'll be ready to broadcast. Не понял. Once I power this up, а я что, ток не подал? Люди, энергия 3. О, их еще и несколько надо. Может, вот такой поставить? Я даже не знаю. Ну, давайте в центре вот так поставим прям. Потом, если что, все это переделаем. И, наверное, вот сюда. Энергия 8. Да нет, уже должно хватать. Энергия 10. Ни шиша себе. Так. Этот мы разберем. Тогда будем устраивать несколько по-другому все это дело. Будем делать все красиво сразу. Так. Господи. Как отсоединить его от питания? Вот как это сделать? Прикрепить провод. А, вот так. Давайте вот так отсоединим. Таким грубым топорным способом, но тем не менее. Итак, нам нужно два таких генератора. Есть. Кроме того, нам необходимо поставить здесь... Нет, не генератор, стол. Будем надеяться на то, что нам хватит проводов для того, чтобы провести его. Так, ну это радиовышка, а столб, я даже не помню, где он находится. Вот, вот столб. Вот так вот. Вот так должно быть все нормально. Ну, и вот сюда подводим. Вот теперь, пожалуй, все. Hi. Надо же, получилось. Минутмены так давно не делали ничего подобного, что я даже... Это правда, большое событие. Теперь нужно довести дело до конца, сплотить всех жителей Содружества и проследить за тем, чтобы этот союз не распался. Так что, в общем, будем работать. Но теперь, когда у нас есть Радио Свободы, мы всегда сможем с тобой связаться. Кстати, я вспомнил, есть еще одно место, в которое тебе стоит зайти. У меня для тебя есть новая работа. Наши разведчики нашли подходящее место для строительства поселения. Как зачистишь это место, поставь радиомаяк, чтобы оповестить нас. Глядишь, скоро посреди безлюдной пустыни возникнет новая ферма. Вот так вот, шаг за шагом, мы вернем себе Содружество. О, да. Так, здесь мы сделали...
что это такое? О, огнемет еще есть. Ну, блин, у нас их полно, если честно, этих огнеметов. Самогонный аппарат. Ну, химлаба. По-научному дистиллятор. Давайте посмотрим, что здесь. Кроме яиц болотника, мать его. Фух. Престон, хреново работают твои бойцы. Креветки чертовы. Давай быстрее, вали его. Ну, в полете. Ну, вот так, отлично. Так, дробаш нас выручит. Надо смотреть. Мне кажется, здесь может что-то интересное все-таки находиться. Может еще журнальчик, может еще что-нибудь другое. О, Ник. Ник спешит на помощь. О. Тут, значит, у нас выход наверх. К этому болотнику. Опа, подождите. Патрончики. Заряд плазмы, надо же. Откуда он здесь? Кто его оставил? Почему его никто не забрал? Как много у меня вопросов. В этой стороне. Что может... О. О. Ну, конечно. Ну, давайте так. Ну, еще раз. Тварь мелкая. Все, подзачистили. Пусковая установка еще. Ой. О, ракеты. Вот ракеты мы возьмем. Ракеты — это для нас, как бы сказать, прям бальзам на душу. А Ник? Look alive. Pick that up. Возьми топливо для огнемета. Ну? Мы будем думать или как? Take that. О, ну наконец-то. Ну? Grab that. Ой, слава богу, созрел. Take that weapon. Теперь пусковую установку хватай. Get that. Давай. Sure thing. Есть. Так, патрончики. Тут еще... Что это? Жетоны? Жетоны на метро, что ли? Так, вроде в этом помещении все. Исследуем дальше. Слушайте, тут магазин можно сделать. Точнее, он здесь как бы есть уже. Прикольно. Это очень прикольно. Он будет приносить доход. Стоп, стоп, стоп. Вы видите то, что вижу я? Провода идут. Провода идут на освещение. То есть здесь можно как бы подключить все. И все будет прям великолепно. Сейчас мы изучим. О, ракета, класс. Класс земля-воздух, блин. Ого. Да, блин, круто. Слушайте, здесь надо просто побольше генераторов построить. Все будет чики-бомбони. У них... Я что-то не понял. Вода, электричество к раковинам подходит, что ли? Свинина с бобами. Так, ну, вроде все. Что ж, я думаю, что продолжим мы в следующей части, друзья. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте оставлять свои комментарии, ставить лайк. И до скорых встреч. Пока-пока.